Всем привет, дорогие друзья, перед нами Ронин, который сделал небольшой камбэк, вернулся в стан команды, и ребята только что выиграли турнир по Dota 1. Привет, Ронин, как твои дела? Привет, все отлично. Вопрос, наверное, от большинства. Где ты был и почему ты исчез? Я уезжал в родной город, в Шымкент, на праздники и так отдохнуть. У меня был день рождения, не у меня. Почти у тебя. Да. Хорошо, вопрос, ты следил за результатами команды? Да, я зашел в интернет один раз, это там сделать не так просто. Увидел, что они выиграли Дарр, Нави, очень обрадовался за них. Думал, выиграют этот чемп, раз выиграли Нави, но в финале проиграли ЕГЭ. Тоже второе место, хороший результат. И, наверное, пожалуй, последний вопрос. Не будем затрагивать щепетильные вопросы, которые возникли, о которых сейчас почему-то все говорят. Последний вопрос заключается он в Dota 1. Вы только что выиграли турнир, при том, что турнир в Алмате. Причем многие команды говорят, мы не будем принципиально играть Dota 2, Dota 1 наше все. И вы как-то без напряга абсолютно выиграли. Что ты вообще скажешь по поводу этой позиции? Dota 2 фигня? И что ты скажешь по поводу Dota 1? Dota 2 не фигня. Это точно. Dota 2 лучше Dota 1, по крайней мере для меня, сколько я играю. Dota 1, пока есть чемпионаты, пока платят за это деньги, играть можно, но упорно это ставить не надо. Мы тоже играем, играли до сегодняшнего дня только в Dota 2. Я в Dota 1 сел играть только сегодня на чемпионат. И особой разницы нету. Действительно нет. То есть это не та разница, как играешь, допустим, в Доту и там в Хон. То есть все равно там много другого. Здесь все то же самое, единственное, чуть-чуть механики, чуть там сям, но в принципе все то же самое. Тем более, когда ты играл-то в первую Доту, то есть изначально, то есть для тебя это не проблема. И дополнение этого вопроса, что ты скажешь по поводу той позиции, что Dota 1 наше все, и мы остаемся в Dota 1, и вы приходите с Dota 2, и никаких шансов. Каким образом так произошло? Эта позиция вообще никакая, на самом деле. Потому что, во-первых, перспектив Dota 1 нет никакой. Как и ожидалось, с выхода Dota 2, Dota 1 начала умирать. Это вопрос времени, когда она умрет. А те пацаны, которые играют, только в Казахстане у нас получается, играют только в первую Доту. Пока в Казахстане не начали делать чемпионаты, турниры, пока Казахстан не перешел на вторую Доту, играть можно, но опять же, то есть Дота перспектив никаких, и самое главное, тренироваться-то не с кем. То есть они играют в первую Доту, с кем они играют? То есть все топовые команды, все про-игроки играют во вторую. И поэтому тренироваться в первую Доту не с кем. Ладно, спасибо, на этом все. С вами был Ронин, играйте в Dota 2. Спасибо.